Ну, это наши люди. Это говорит о том, что кто-то долго спит, походу. Доброе утро, дорогие друзья. Приветствуем вас в городе-курорте Анапа. Желаем вам всем доброго, бодрого утра, как раз-таки под звуки. Звуки квачущих. Нет, шкрячущих. В общем, квакающих. Хотел что-нибудь поприкольнее, но не получается. Доброе утро! Как ваше ничего? Ничего, совсем ничего. Должно же быть великолепно. Как тут можно начинать утро без прекрасного настроения? Тем более, ты идешь на море купаться. Температура воздуха вот сегодняшние 12 градусов со вчерашними, скажи еще, разительно же отличаются, да? У меня машина уже 14. 14 показывала? У меня вот, смотрите. Завтрак Ашота поплыл. Я просто помню, как ты рассказывал про лягушек, которые вкусно есть. Я говорю, там завтрак Ашота поплыл. Слышал вчера сколько новостей. А, ты же уже телевизор бросил смотреть. А я, в принципе, телек-то не смотрел. Это мне вот все подписчики понакидали. Там РЖД к 15 числу готовится. Июня. В общем, да. То есть ты что-то знал. Я помнил. Я помнил, да, что должны 15-го. Да, я историю хорошо знаю. Как тебе запах, а? Ну, растение какое-то. Лох серебристый, вообще великолепный цветочный запах. Слушай, ты сейчас вот не обрадовался, обычно мы с тобой первые, да, приходили, а тут бас бушчин уже идет, такой искупавшийся после моря. Я всем рассказываю, что любой чувак может. Просто кто хочет, тот может, кто не хочет, тот не может. Слушай, я глядя причем по нему, мне кажется, мы с тобой быстрее обычно идем к машине, даже летом. Он идет так вольготно, да, такое вообще в наслаждение после моря. Другой тут лягушек фотографировал уже наших суток. А что бы тогда вообще пришли, что все за нас сделают? И искупались, и лягушек сфотографировали. Ух ты, какая красота на горизонте, а. Да, чувак сегодня промахнулся. Вчера была рыба. Лёд вчера и завтра. Вот это реально жизнь идут, да? Ну да. Вот буквально вчера приехал, считай, пеленгасов забрал. Они сами выпрыгали, где ты, где рыбак искали? Так же было. Получается, туда, куда они приезжают, они оттуда уходят. К сожалению, да, с тобой полностью согласен. Ребят, в общем, поэтому рыбалка дело тонкое. Надо либо ездить каждый день, либо не ездить совсем. Потому что только вчера здесь были, тут рыба прыгала. Сегодня, к сожалению, только хорошее настроение. О, там, смотри, в море уже прям кто-то тусуется. Сейчас я вам покажу. Смотрите, как красиво сегодня. Все купаются. Все купаются. Воду отключают постоянно. То есть вот с этим ничего не сделать, в Анапе никто не купается. У нас в Анапе все ходят помыться на море, а что-то. А то мы сейчас тоже наговорим, скажут, вы ходите на пляж, отдыхать, нифига. С утра проснулись, надо зубы почистить, горлышко прополоскать, нос прополоскать, умыться, голову помыть, чтобы ну, чистым быть. О, тебе палку хотят отдать. Поделиться хотелось. О, санаторий «Лазурный берег». Все. Началось. Вот это. Все-таки твои догадки были, они разведывали. Да. Скорее всего. Не, ну те трактора, наверное, не сюда ездили, а вот сейчас мы видим, что вот начинает выставлять. Вот первая птичка, это или ласточка, как бы правильно назвать, это будка охраны Лазурного берега. И она появляется под бурные аплодисменты всех зрителей утреннего видео-шоу «Купание с Ашотом». Во! Сейчас мы тут наговорим. Бодрость духа подымем. Ну, это же прям уже все, настроение лучше. С одной стороны, знаете, я в прошлом году, когда только начали ставить заборы, я говорил, а зачем они? А, все. А в этом году я что-то даже начал скучать. О, смотри. Походу там кит. А, нет, это... Как говорится, борода какая-то большая на с водорослями, видите? Вышел не в отстиную морскую, да? Нету сегодня рыбы там. А вот вчера клевало. Так, вроде бы сегодня никого поздравлять не надо. Всем желаем. Здравствуй, зеленое море! Мы так рады тебя видеть. Смотрите. Ай, 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 зеленая. 16,4 температура воздуха. Сейчас мы с вами быстро узнаем температуру воды.
Он, Ашот нашел чистое место, говорит, вот не надо стоять туда, куда пришел, пройди чуть лево-право, и там водорослей, ну, практически не будет. Но они у тебя уже на берегу, видишь? Милости просим, заходите и купайтесь. И будет вам хорошо. Сегодня и водичка, нет, водичка все-таки даже ноги чуть обжигает. Но у меня сегодня есть для вас сюрприз, ребят. Смотрите, 13,9 показывает. Я думаю, еще немножко упадет. Все-таки по ощущениям вода градусов, наверное, 13 четко. Но не падает. Я ошибаюсь. Потерял совсем. Совсем потерял. Как говорится, нюх. Уже не могу четко определить. Ну, 13,9, в общем, 14 градусов температура воды. О, и утренний герой продолжает кататься по пляшикам. А он позакрывал номера. Ты видел, да? Впереди что-то желтое висит, а сзади майку повесил. Сзади майку повесил. То есть, походу, пришел ему штрафчик, да? Цикливые пацаны. Не, ну ему по-любому там мои подписчики отправили. А здесь, получается, вот он решил как бы продолжать ездить, но уже закрылся. Вот такие вот дела. Вы готовы с той стороны ощутить вкус моря? Ну тогда мы пошли. Берем вас с собой, пойдем с нами. Что там сидите, поставили на берегу, смотрите на море. Подать, я постоянно отхожу, оно не хватает. Не потеплело? Нет, вчера что-то так водоросли начали заходить, уже только там подлетели. А вот они, водоросли. Видите? Рыба по-любому где-то там, она не может быть где-то здесь. О, все, затянуло, слушай. Самое печальное, что мы в этих водорослях не видим скатов. Я думаю, да. Ты переживаешь по этому поводу или нет? О, смотри, кто это. Не знаю. Кто разглядит, кто это, пишите, камень какой-то. Как он оказался? Вот тех, смотрите, что это не все так легко, как вам кажется со стороны, чтобы зайти и нырнуть, да? Особенно под водоросли. Хорошо, очень сильно. Я тебе говорю, вот что не было в 10 часов. Ой, блин, так хорошо, пока дошел до воды, уже мокрый. Не хватает дождя тебе, да? Ну все, чистая вода. Все, вроде бы мы перебрались через водоросли, и здесь действительно пошла чистая водичка. Ну давай, блядь. Сейчас. Сейчас. У меня руки дрожат уже. Да это из-за солнца. Это солнце виновато. Солнце, уходи. Отключайте. Ты в Турцию, да, пошел? Ну, постараюсь. Сейчас мель начнется. Не начинается. Не начинается. Слушай, я уже устал за тобой идти. Трудно быть твоим этим оператором. Давай, ныряй. Вот уже солнце не светит, холодно становится. Сейчас, говорит. Постой, паровоз, не стучите. Разбегай. И пошел. Как мне теперь, вот теперь не догонишь что-то. Ну, ой, как говорится, Господи, я с вами. Что-то говорит, там глубины нету. Море ушло. О. Ну что, давайте посмотрим, что там у нас. О. Лучше нет красоты, чем поплавать на морской глубине. Я вам честно говорю от души об этом. Ой. Такое ощущение, что плечи сгорели. И вот ты зашел, сейчас тебя аж как будто морозит. Ну круто, круто. Где наши крабики? Хоть бы одного вам показать.
Нашел одного краба. И куда-то побежал. Вот так вот местное солнечное утро начинается. Пляжки уже замерзли. Пора выходить. Ну как тебе сегодняшнее купание? Да нормально, когда ничего не бурлит, нормально. Вообще отлично. Даже водоросли не сильно мешают. По крайней мере, на тело не будет. Ну слушай, ну я не против зеленых водорослей. Зеленые водоросли — это жизнь. Да. Скаты под ногами. Ну скаты под ногами, да, пугают немножко. Тем более мы их видели тут. Тут мы их видели. И поэтому немножко страшно. Но я думаю, что все будет прекрасно. Там одна дырка. Главное от... Подписчик перешел. Ну он был под допингом. Ну... А у нас трезвость. Да нет, там какие-то. Хорошо. Если, короче, мы ловим ската, идем пить. И есть. Договорились. Вот такое утро. Доброе, бодрое, прекрасное. Надеюсь, что и у вас все хорошо. И вот зеленая кашица. А? Которые на входе стоят. Мешает, да, уже? А, нет, подсвечивает. Ну, как его, открыл, с одной стороны сейчас заехал, а с другой стороны опять закрывает, типа, чтобы не спалиться или что его знаю. Пойдем с той стороны, чтобы нас особо не видели. А то нас опять колеса порежут. Вот он, трактор прорывается на пляж. Просто красота. Типа беспалево. Или, знаешь, у нас камеры нигде не работают. То у нас штрафуют тех, кто иногородние приезжает, а тут трактор прорывается на море, и ни одна камера его не спалила. Откуда взялся? Непонятно. Ну что, как вам купание? Так, кстати, что-то мёрзло. Нормально. Я же тебе говорил, что холодно, зима. Ты говоришь, нет, лето пришло. Я выгоняю. Я сегодня... Я просто просыпаюсь, потом думаю, если Юра пойдет, я пойду. Если Юра не пойдет, то, наверное, я тоже. О, как получается. Слушай, ты мне звонишь, я говорю, раз Ашот позвонил, надо идти. Если он пошел, тогда и мне надо идти. Вообще просто топчик называется. По-другому это не скажешь. Ну там какая-то буква. Да? Потому что он. Когда они держали, ага. Потом только тюнь снесли, всю слюну. И отлично. Просто капитальный край. Как думаешь, он, наверное, в песочнике поехал поиграть, да, с утра или куда? Опять нас будут топить. Он с палочками размялись. Перед этим, как его, перед морюшком, и дальше двигаться пошли. Вот просто когда мне говорят, что надо пляж ехать равнять, у нас пляж ровный. У нас только дюны проходы наметают, понял? Вот как это звучит, Ашот. Поэтому разговаривать можно, разговоров много, а вот по факту получается, что равняют дюны. Ай, завтрак сидит Ашотов. Все, мы перебрались. Ну что, дорогие друзья, дай бог, чтобы в ваших жизнях тракторов было поменьше, администрация могла их всех контролировать. Ну, хоть других не запускают. Хоть других. Одного трактора достаточно, чтобы нести все дюны, я тебе так честно скажу. Ну, такого, да. Поэтому одного... И то много. Ну, посмотрим. Я думаю, мы найдем, где он поехал равнять пляж. И потом подскажем и расскажем, где не надо было. Всем доброго, бодрого утра. Хорошего настроения. И...
Пока-пока. И тебе тоже всего хорошего.